Рост биткоина. Курс криптовалюты продолжил рост на биржах Европы и США, вплотную приближаясь к отметке в $1100. На китайских биржах показатель уже успел достичь $1130 за биткоин. Стремительный рост объясняется активностью китайских инвесторов, которые ищут возможности для оптимизации затрат. Эксперты PaySpace Magazine связывают разницу в цене с новым налогообложением китайских банков, которые вступят в силу с 1 июля 2017 года.